Меня зовут Сайер. Моя старшая фамилия Берзак, я Убух. Рядом Туапсе, вот так что, на Черном море, обязательно потом на Болгарии. Они живут там 10 лет, потом обратно сюда, на Турки, а потом на Дамаске. Вот так. А есть там, у нас, знаете, есть там много, как наша семья, если у нас не разговаривает, в Турки, в Болгарии, раньше был там. Один, я знаю, один парень, можно это ее тоже, он, не знаю, где он сейчас. Потому что сейчас только я и моя папа живешь. Все. И мама, фамилия, она обязательно тоже есть, как здесь. Мама тоже, да, Шапсуга, она рядом в Туапсе, всем в районе там. Старшая фамилия, она Гусук. Они тоже живет в... Всем такой дорога. Всем дорога, они приходили сюда. Я был в Союз художников в Сирии тоже. Я был там тоже. На первый раз я работал тоже, как художник, скульптор готовит, может. Маленькие сувениры и большие рельефы так. А я был все выставки на Министерстве культуры и на наша клуба Союз художников в Кунету. И тоже наша хаса, адигейская хаса, был там, у нас готовит тоже выставки. А потом я работал тоже в театр. Ну, потом тоже на детей спектакли маленькие готовим. Один год ассистент, преподаватель и учитель, на наши студенты тоже.